Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Именно так, по мнению коммунистов, можно трактовать новый закон о митингах. Свое несогласие с законопроектом активисты решили высказать в привычной манере – при помощи пикета. Пока это еще разрешено. По мнению партийцев, после принятия этого законопроекта в нашем регионе абсолютно все козыри окажутся в руках партии власти, а оппозиция очутится за бортом политической жизни области. С этим коммунисты смириться не могут. Практически со всем законом мы не согласны. Даже не надо выбирать, особенно с тем проектом закона, который внес губернатор на усмотрение Ивановской областной думы. Я не согласен, и не согласна коммунистическая партия. Он, по нашему мнению, более жесткий, чем федеральный закон. Нельзя проводить на тротуарах, дорогах, нельзя около жилых домов проводить. Вы понимаете, что люди вышли на собрание около своего дома обсудить какую-то злободневную проблему, и кто-то из них сказал какой-нибудь лозунг, долой управляющий беспредел управляющей компании, это уже митинг, это уже несанкционированное, это уже санкция.